Добрый день, сегодня 3 мая, пятница. После выхода отчета Non-Farm Payrolls, который показал, что в частном несельскохозяйственном секторе в США было создано больше рабочих мест, чем ожидали аналитики, американский доллар начал резко расти, и пара евро-американский доллар с утра торговалась около уровня 1.31. Но после выхода другой экономической статистики американский доллар слегка поменял свое направление. Сейчас долларовый индекс понизился до уровня 81. Пара американский доллар и японская иена торгуются около уровня 98. Аналитики из Trading Central считают, что во время этой торговой сессии пару евро-доллар ожидает отскок, и ключевое сопротивление будет находиться на уровне 1.3060. Покупка рекомендуется выше этого уровня с целевыми точками 1.3145 и 1.3180. Это были торговые рекомендации от аналитиков из Trading Central на сегодня. Вы смотрели NYFP TV, с вами была Катя Солдак. Всего доброго, приятных вам выходных, увидимся в понедельник.